Всем привет, мы продолжаем играть в пятых героев. Играем мы за эльфийскую компанию. Это последняя ее миссия. Так, давайте, наверное, сначала мы шахту возьмем. Отлично, без потерь. Как вы видите, мы... Ох ты, воскрешенный гигант. Это что за говно такое? Нежить, прикиньте. Блин, я с этим обязательно посражаюсь. Может, прямо сейчас. А может, сначала с джинами. Тут, смотрите, столько сундучков. Так, все, давай, вылазь. Чеши в город. У нас, кстати, сейчас неделя уже на подходе. И мы будем покупать существ. Воскрешенные гиганты, блин. Мне даже любопытно. Так, ну все-таки, наверное, лучше по порядку всех. Покупать тут. Ага, я вот только зря, наверное, это сделал. Хотя нет. Просто чтобы смог драконов выкупить. А, ну у меня, как всегда, дерево в обломе, да? 5000 поставить цитадель можно. Я, кстати, хочу поставить цитадель. Потому что... А у нас сразу прирост на 50% вырастет. То есть следующая неделя у нас будет более-менее. Так, я вот с Файдаэном такое ощущение, что вышел тоже на какой-то обособленный островок. То есть он никак не связан с некроманским. Конечно, могу и ошибаться. То есть там тоже может быть город какой-нибудь. Здесь вот, например, в уголке. Но я пока смотрю, что Березовый пока не очень активничает. Нам это, конечно же, на руку. Неделя лебедя. Так, брать мы будем, конечно же, злато. Хорошо, камеру повернем только. Потому что камера тут сделана, конечно, весело. Ну вот, раньше она была хреново сделана. А, не дошел. То есть мы вообще не могли ее вращать, крутить. Ну, в смысле, могли, но, допустим, в том же подземелье это было очень неудобно, например. Так, что сначала купиться, наверное, а на остатки уже. Так, так, здесь вот либо таких, либо светлых. Такие сопротивление дают, а такие бафы на себя насылают. Но мне лучше сопротивление, потому что у меня и так есть бафы общие. Так, понятно. Не покупаем мы всех. Тут либо этих. Ну давайте сначала. Охренеть, 5000 стоит. Вот это жесть. И пятерых только, да? Цитадель. Здесь цитадель, здесь замок у нас. Три дракона это уже что-то, но они не улучшенные. Сейчас вот еще эти скупятся, некроманты. У них вообще будет жесть. Армия. Вон здесь бегает уже чушка. Это, кстати, Колян. Может, сейчас мы его сможем разглядеть более-менее. Коляныч. Как поживаешь? А, залагало, залагало. Карту насквозь видно. Ай-яй-яй-яй, вот он. Во всей красе стоит, чувак. Ха-ха. Ладно, давайте уже откатим камеру назад. Денежек возьмем. Золото здесь вообще на весь... На вес золота прямо. Големы, гиганты. Мы вот здесь вот уже в третий день крутимся. Да блин, что-то с камерой вообще не то. Вот так вот. Ну все, докупаем, наверное, да? И теперь идем сюда докупаться. На стрелков у нас хватает, на все остальное вообще ничего не хватает. Ося, иди домой. Так вот как-нибудь. У меня нет, к сожалению, нормальных сапогов, да, по-моему, вообще никаких, которые бы позволили мне передвигаться без штрафа. Да, у меня магическая фигня это. Ну, оно, конечно, я бы не сказал, что прямо фигня, но более-менее может защищать как-то от всей этой темной магии и прочего. Ну, за Николасом я вроде пока шлейфа не вижу. Давайте сейчас мы скорее туда переключимся и увидим, есть за ним шлейф или нет. Зеленый. Вот вроде нету шлейфа. Значит, армия у него еще не очень большая. Хорошо. Так. Там вот единорожки еще. Там еще гиганты. Тут вообще раздолье просто. Ну, гигантов пойдем мочить сейчас. Мне хочется посмотреть, что это такое вообще. И с чем это едят. Так. Здесь мы всех купили, да?
А там не всех. Ну давайте мы сначала что-нибудь еще построим. Вот энтов давайте построим. Энты, пацаны, правильные. Этот город у нас, конечно, отстает по развитию, я ничего не говорю. 16, да? Здесь уж ничего не поделаешь. Ну, спи пока, чё. Хотя, может, тебя отправить к Файдаэну. И чтобы Файдаэн не тратил тупо ходы. О, кстати, сначала вот сюда заглянешь. Файдаэн, чтобы не тратил тупо ходы на сбор ресурсов, а просто пробивал, воевал, чтобы экономилось время, короче говоря. Вот. Ну, пока Асид туда сейчас тоже придет. Пройдет несколько дней. А у Файдаэна должен быть портал в город, да, насколько я знаю. У Асира-то такого нету. Файдаэн, у тебя есть такое? Да, блин. Да, портал в город, если что, есть. То есть, если там что-то начнет нам угрожать, то мы разберемся. Так, что вы такое? Воскрешенные гиганты. Еще одно поражение некромантов, которого не должно существовать. Ну, давайте вручную. Я хочу посмотреть на них. Так, ну, я не думаю, конечно, что они какую-то опасность нам сейчас будут представлять. Ну-ка, покажись. Ого, жесть какая. А, способности нежить. Понятно, блин. К управлению разумом. Отравление. Во время атаки враг будет отравлен. Ага, большое существо. А, ну, в принципе, так себе. 265 хп у них, однако. Интересно, но это, наверное, считаются какими-нибудь нейтральными существами, потому что вряд ли они в какой-либо фракции могут быть. Так, 2-2. Не хочется ману на них тратить. Я думаю, мы так справимся. 7-8, вот так вот, ё-моё. Тут снайпера только чудеса вытворяют. Так, ну может ответить. Не будем рисковать, а вот фейкой прибьем. Угу. Ну, вообще проблем не составили. С нашей-то армией. Да, блин, что меня сюда? Всегда сюда. Это, наверное, считается как первый город, блин. Поэтому меня сюда и тыркает в первую очередь. Ну, давайте уже, наверное, достраивать вот этот. Достраивать-то не на что. Либо дерево требуется, либо бабло требуется. Гильдию магов. А тут... Тут можно друидов сейчас... На друидов выйти. А, у нас фейки к нам приехали, да? К нам приехали фейки. Нам надо еще феек. И еще... Там у нас в домах на деревьях же, да? Да. Все, сейчас они к нам приедут. Ускорение общее. Хорошо. Так, собаки охраняют у нас золотую шахту. Вот вы задолбали мельтешить уже. Покажитесь по-нормальному. Ну, трусливые некроманты. Я, конечно, сейчас могу пожалеть об этом. О том, что я их так обозвал. Как сейчас пойдут в атаку, блин. Так, тут у нас много церберов. Тьма низкая. Ну да. Ну, конечно же, их замочим. Блин, молодец просто. Нет, нет, загрузить. Да ё-моё. Нет, подождите, я дурачок. Я же собирался сюда Асира приводить, чтобы он собирал все вот эти плюшки. Так что все правильно я делал, что пошел на церберов. А не собрал вот эту сундучки. Тем более опыт мне не нужен. Здесь только золото и кристаллик. Так что пускай золото и кристаллик собирают наш Асир. Я только надеюсь, что его там не прищучат рано или поздно. Так, здесь построим, построим друлей. К нам уже эльфы приехали. Купим друлей. Улучшим эльфов. Угу, хорошо. Блин. Вот так правильно. Да блин, вот так правильно. Так, здесь у нас что? Друиды. Улучшенные друиды можно. Улучшенных замутить. Какие друиды, блин, энты? Так, просто немножко так отходил на полдня примерно, поэтому сейчас немного нить событий потерял. Начал заговариваться, подустал слегка. Так,
И денег у нас не осталось вообще. А у нас, между прочим, неделя грядет. И выкуп нам не на что будет делать. Но сейчас мы золотую шахту прикарманим. Она нам поможет немного. У нас поступление 7000. Золотая шахта одна. Это там за гарнизоном мы ее взяли, да? И сейчас будет вторая. Вот это золото, что рядом с серберами валяется, я, конечно же, возьму. Его негоже. Так, что до хрена? Ну, блин, тут еще подлецы. Ну, подлецов вы помните, наверное, предыдущим сериям. У них укус ящера есть. Можно оставить чисто, в принципе, эльфа. И попытаться затащить на вампиризме все том же. Так, не добегают. Ну-ка, огонь с удачей. Молодка, вообще. Так, ну, фишка в том, что мне сейчас и патроницу сломают. Кусать он будет отсюда, наверняка, а не отсюда. Там-там-там. Ну, давай. Вот дичь обоссанная. Ну, что ты мне портишь все? Где мне сейчас брать патроницу, скажи? Попарыш. Так. Так. Подчинить, а смысл? Не, ничего не буду делать, короче. Кожу, наверное, дам на лукаря. Чтобы он у меня не сильно страдал. И у меня Асир уже отошел от города, к сожалению. А, он бы патроницу мне принес. Но, увы. Ну, я, конечно, просто не туда встал. Можно, в принципе, попробовать переиграть этот момент. Чисто, чтобы не терять патроницу. Мне ее, на самом деле... Потому что, не знаю, наверное, придется подчинение, да? 25. Нет, сейчас я их должен буду убить и полностью отожраться. Да, полностью, давай. Да, отлично. Ну, потеряли, блин, оружейку. Это хреново. Для эльфа это критично. Только если у него нету лука. А, в смысле, не... О! Ревенна приперлась, да ты охерела. А чё я ей что-нибудь сделаю? По-моему, я ни хрена не сделаю. Блин. Сейчас она на меня нападет, наверное. Так, Асир, тебе, может быть, пока не стоит ко мне идти. Я вот как раз этой Ревенне тупорылой расчистил там все сундуки, получается. Сейчас она просто возьмет и... Возьмет их. Гадина. Так, короче, экономлю бабки, пока ничего не строю. Смотрим, куда попрет эта херота. Будь она неладна. Уже набрали армию нормальную, падлы. Ко мне идет. 5-9. Ну, вообще-то она меня, возможно, и сделает. Если захочет. Можно, конечно, попробовать пободаться сейчас с ней, потерять всю. А, я даже не могу. Нет, могу. А выйти вот я не могу. Есть портал в город. Давайте пробовать, что. Победа! Вражеский бюрой обосрался. Ну, давайте попробуем. Пободаться с ней. Может, мы побольше что сделаем. Ну, 100 феек мне жалко. Так, ты у нас что себя представляешь? 35 уровня ты, скотина. Защита, колдовство, знания. Ну, классический некромант. Жалко, нельзя дополнительные навыки у нее посмотреть. Так, там будем отстреливать вампиров, само собой. Здесь давайте, наверное, пару единичек сделаем. Для снема ответ к всей этой хероты. 3-4 удача, у нее боевой дух 1, удачи у нее нету. Это замечательно, по идее. Призраки. Нету удачи? Нет, у нее вообще ни черта нету. Нам, конечно, в этом плане везет. Так, личи еще паскудные, их надо тоже отстреливать. Разбегаемся, единички, потому что у меня сейчас сразу упадут. Так. Слушайте, в первую очередь, скорее всего, даже личи, а не вампиры. Хотя вампиров очень нужно популять. Так, единичка. А, у нас он угрожающий стоит, да? Единорогу угрожает. До свидания.
Так, бить я его пока не рискую. А вот этот лич, он не умеет стрелять облаком, поэтому теперь следующий на очереди будет вампир. Я же успею вот стрельнуть. Да, конечно, успею. Блять! Да! А-а-а! Ну что за херь? Дебил нахер. Взял, подставился. 6. 2. Ну, 4. Ну, жесть просто. Отдал единорога по тупости, по этим картиночкам тупорылым. Так. Что, замедляем, наверное? Но все равно не откинули. Хер тебе, падла, отклонено заклинание твое ущербное. Так, вот сюда я не пойду, потому что меня сейчас сразу съедят. Так, а так хотелось бы, а? Давайте попробуем подождать. Так, тут попробуем снять ответульку. Угу, ну понятно, ничего хорошего. Проходим. А, хорошо. Так, ну себя уже можно быть спокойно. Так, а тут бы я вот это, вот так вот бы ударил, наверное, даже. С удачей и по обоим попадания. Ну это же замечательно. Так. Снять с него чары, может. На. Жуй. Так, 24, да? Ну, на, попробуем. Угу. Ну, ожидаемо. Так, 2-3. Нет, да? И ржать с удачей. Отлично. Рассеянность, ура! Мне очень везет. Настолько везет, что я сейчас еще пропну по... По этим... По драконам. Да, сразу девяточку уносим. А тут призраки вонючие. Ну, мы вот так вот встанем и потеряем. А, все. Нет, это херота, это херота. Я попробую. Блин. Ай. Знаете, почему херота? Я не хочу терять 7 единорогов. Блин. Жесть. Еще и трофей дали. Похоже, без потерь здесь никак не получится, потому что он постоянно подгадывает и убегает в определенный момент. То есть мне не получится просто так воскресить. А, жопа, жопа. Так, Асира я уже отправил обратно, конечно же, дебил. Да, короче, толку от него. Нет, все-таки пусть идет. Похоже, придется мне самому все-таки здесь рулить и забирать все. А может, не придется. Так, ну, вышла эта тварь откуда-то оттуда, да? Вон оттуда. Я, кстати, могу подкрепление взять, но толку от этого, если бы здесь была... Был колодец маны с этой... То вообще другой разговор. Так, секунду. Так, телефон зазвонил, не посещалось. В принципе, оно и не надо нам. Так. А я коплю деньги, да, все-таки? Ну, давайте я все-таки пока еще покоплю. Некромантов здесь куча. Вот еще один. Низкая Лукрец. Ну, низкая это ладно. Мне интересно, что сейчас Скаляны себе представляют. А-а-а, вон город, что ли, нет? Ну, там точно что-то бирюзовое я вижу. Скотское. Наверное, надо туда идти нам сейчас. Неделя колдовства. Почему бы и не сходить туда и не разве... А-а-а, да они тут рядом совсем, что ли? Городочек у них. Так, давай-ка ты, Асир, наверное, пойдешь. Нет, не пойдешь. Пойдет к тебе Таланар. Таланар, у тебя есть патроница? Не будь петухом. Ты же истинный эльф. Нет, он не истинный эльф, он петушка. Так, ну бери тогда. Блин, она стоит тоже нехило так. Так, так. Че, хватит нам бабла-то? Ага, хватило, блин. Что за жопство такое? Так, хотя бы еще стрелков добрать. Ну, в принципе, здесь на всех хватит. Ага, хватило. Все, Таланарище, чеши кассиру.
Асир Чиши. К. К Файдаену. Давай, заберешь на этом ходу. Так, драконы. Нужны ли Файдаену драконы? Да, наверное, нужны. Все ему нужны. Вот только единороги у него обычные. И друиды обычные. Но мы все равно на всякий случай всех переложим. Так, и главное не забыть вот с этой штукой. Сдается мне, мы долго будем до Файдаена идти. Лишь бы Файдаен у нас тут не сгинул. Очень низкая. А вот Равенна забегала. Только что мы ей наваляли. Ее только что выкупили. Забираем вражеские шахты. Как ты медленно ходишь, уртырка. Блин, вот реально очень медленно. Пятисекундный ход буквально. Все медленно ходят, просто ползут. Так, здесь выкупаем. И что-нибудь пойдем купим тут. А, у нас феи улучшенные, да? Сначала улучшить тогда. Так. И... ну, стрелки, конечно. Друиды. И все. Возможно, там сверху город. Раз уж шахты так рядом. И где Коляныч, интересно. Вот город сейчас, кстати, завоевать будет не к спеху совсем. Их, конечно, надо перебить всех некромантов желательно, чтобы они не мешались. Но если я город захвачу, то я потеряю в мобильности. То есть я не смогу пойти уже через портал в город. Как он, городской портал. Вообще жесть. А вон там город. Очень низкий. Надо брать шахту и идти туда. Я не смогу пойти, короче говоря, уже порталом в город переместиться конкретно на свой островок эльфийский. Это будет плохо. То есть город у меня окажется под угрозой. Так. Так. Что-нибудь построить можно? Да, можно. Только денег нет. Давайте единорогов поставим. Разумеется, мы их не купим. А тут что-то скучковалось, их целая банда. Равена уже низкая у нас. А, это для... нет, это для этого. Эльфов набрала где-то. Во-хо-хо-хо-хо. Высокая Дейдра. Вот шляпа-то набрала уже здесь себе. Ну да, базара нет. Что-то там смесь у нее. А, 200, 400... Ну, за счет мелочи, да, она высокая. Но моя основная армия-то вся там. А, в городах в основном, да? Так, все. Иди сюда. Замок тут, кстати. А там что такое? Тоже шахта, наверное. Так, тут можно что-то построить? Наверняка нет. Нет, вообще, в принципе, можно. А, у меня здесь не было такой построен. Давайте вот энтов поставим. Прирост увеличим. И здесь Стоунхендж улучшим. Но денег не хватит, да? Да. Ну тогда вот этого. В принципе, нормально, нормально. Сейчас мы, конечно, потеряем, опять же. Но в замке герою деваться некуда, поэтому там можно будет как-то попытаться подрасчитать. И город добавит нам дополнительный прирост золота. Очень низкая. Ну что, вперед, очень низкая. Из-за башен, конечно. Оу. Жесть. Неужели под конец ты не смог их воскресить, парень? Та-да-да-дам. Так. Да тут вообще просто может так вот стоять. А, у меня, мне даже стрелять уже нечем будет. Асир, где ты? Во. А, этого чушку не выставил. Ну, это понятно. И тут ничего, к сожалению, против башен не поможет. Ни уклонения, ни... чего, твою мать? Минус 3 боевого духа?
что-то такое у них там построено, да? Гусличи. А тут даже героя нету. Не, это так не катится. Вообще, охерели, что ли? Почему у меня так плохо с боевым духом? Напрямую, отлично. Наложить на него регенерацию пока, что ли? Посмотрим, сколько будет отхиливать. По 2. Но это ни о чем, конечно. Так. 43, 5, 23. А это кто? А, драки. Драки. Давайте вот этих вольнем. В принципе, здесь никто нам не угрожает. Так-то. Единственное, башни. Башни все портят. Давайте призраков вот так вот. Магии, они убиваются, да. Ой, феек начали стрелять. Давай, лети. Ага, он чутка подлетел, такой умный, да? А, ну он все равно ни до кого не достает. Странный парень. Ну даже если я тебя сейчас воскрешу, тебя все равно башни слупят. Одиннадцать. Вот не попаду же, вот как пить не попаду. А, ну и не надо попадать, я просто... Я просто... Там. А, все, все, я вроде бы все успеваю. Добегают мои друзья эти? Не вижу. Ага, ну все, тогда стреляем вот этого. Друида мы убьем. Призраков, а может даже фейками сейчас, если повезет. Вот так. Отлично, и все. Ну вот фейк потеряли, но фейк мне в принципе не жалко. Ради бога. Хорошо, минус одна угроза со стороны. Так, туда, наверное, пойдет у нас Асир. Давайте мы тогда вернемся поближе к нему, что ли. Асирчик, давай-ка, дружище. Что мы тут еще не отстроили? Ну, что тут не отстроено? Я-то думал, город отстроен. Да он отстроен, в принципе. Гильдию магов можно поставить. Посмотреть, что в ней интересного. Хотя у меня все это есть, в принципе, мне-то оно нахера уже надо. Только зря бабки перевел. Так, тут Таланар у нас, да? Да блин! Первый город. Все, можно улучшить рогов. Улучшить феек. А, ну нам их купить бы еще, конечно. Я забыл про них. Друидов я забыл улучшить, вот что. Чё завоняло-то? Влад, да и откуда у вас такие армии, блин? Достали. Очень будет плохо, если он попёр на города на мои. Как-то он наверх начал продвигаться. Так, давай, дружище. Давай меняться. Так, 20. Ну, давай. Ладно, пусть они у тебя остаются. 76. Так, вот это обязательно мне. Ну, пускай пока так, наверное. Нет, не пускай. Все-таки я вот так вот сделаю. Пусть он неулучшенных везет домой и доводит их до ума. Что теперь скажешь, Влад? Нихера он не скажет. Он скажет, иди попробуй. Так, Асир, твоя задача искать слезу Асхи. Где-то возле лесопилки, кстати. Искать слезу Асхи раз, и вообще разведку проводить два. Надо тот остров весь посмотреть. А я все-таки это для Файдаена оставил, да? Надо зомби поменять на нормального врага. И на скелета какого-то убитого. Ну, драконы уже стали низкими. Можно попробовать сходить еще туда.
Я друидов так и не улучшил, ё-моё. Вот. На энтов хватит. Один рок. И два энта, хорошо. Так, даже тут что-то еще могу построить. Наверное, гильдию какую-нибудь. Да мне гильдия, в принципе, не нужна. Мне магия сейчас не нужна. А деньги я лучше поберегу. Так, ну если сейчас Влад пойдет вперед, так, перемена армии. На один ему всего дал, наверное. Теперь Влад побежал куда-то вниз. Ну пускай они пока туда бегают вниз. Здесь пусть не шарятся. А я пойду сам сбегаю. Домой. И вот, кстати, отсюда можно портал в город уже юзнуть. О, хорошо, нормально. Здесь я как раз и пополню армию. Так, ты бежишь выше. И смотришь на все. Так, экономим бабки на последнем дне. Нам надо выкупить будет сейчас всех. Топ-топ-топ, напердел. Бладик, наверное, пошел. И пошли они туда, наверх. Мне это не нравится. Неделя добычи. На лесопилках два раза увеличивается добыча древесины, увеличивается добыча руды. Это ж хорошо. Это 12 и 12, да? А, 8. У нас не так все хорошо на этом плане. Так. Еще один портал. Мне это не нравится. Можно купить улучшенных энтов. И при этом потерять сразу в приросте. Но мы не всех выкупим. Первый пошел. Второй пошел. Так. Ага. Ну так как-то. Гони, гони мне всех этих ребят. Ситуация ибо печальная. Так. Что теперь? Ничего. Сильны ли мы? Хер его знает. Мне кажется, нет. Пойдемте в этот город зайдем. Четыре дня эти. Четыре гребаных дня. Тогда нельзя проходить мимо монахов. А что я тут могу построить еще? А, прирост энтов. Давайте увеличим. Там портал, вот мне не нравится. Скорее всего, это портал на тот большой остров, где гора некромантов. А у меня, кстати, были астральные врата, по-моему, да? Если у меня они есть, какого хера, спрашивается? Я пробивал нейтральный гарнизон, когда я мог просто перескочить его. А гарнизон... Нет, нету. Все. Отставить вайн. Ага, монахи. Да, я не верю, что можно проиграть. Ну, одним драконом на вампиризме затащил, хотя вот эти вот упоротые адепты пару раз с меня его снимали. Этот вампиризм, поэтому пришлось перекладывать. Перенакладывать. Так, а вот здесь вот хорошая вещь. Опа. Мы более-менее хоть что-то видим. Вот этот вот остров бесполезный, да? Угу. А вот, кстати, колодец с маны. Так, теперь здесь мы недовыкупились. Здесь у нас улучшенных энтов нету. Мы их можем улучшить. Но купить нам уже, увы, не получится их, потому что они вообще охренеть какие дорогие, да? Но у нас неделя добычи, поэтому можно половиночку на золото вот так, хоп. И здесь также хоп. И уже двоих мы, наверное, сможем купить. Троих даже. Я боюсь, что вот здесь, вот под городом, прямо вот здесь, в темном квадратике в этом, находится вход в подземелье. И оттуда просто может вынырнуть некромант. И сказать, а привет, ребята, я там под землей что-то заскучал. Армия у меня ого-го. И она у меня тоже скучает. И хочется размяться, ребята. Так, все, Асира можно возвращать домой. И сюда опять направлять Фейдаена. Но сперва мы возьмем золото. Чтобы Фейдаен у нас совсем пустым не ушел. А ушел.
с этого островка с армией. Из второго города. Да, из вот этого вот. Так, там пока докупать я не буду, потому что у нас сейчас цель здесь докупить. Выкупить как можно больше ребят. Друиды. Уже только 6, да? Все. Драконов бы нам тоже купить. Они у нас, правда, обыкновенные зеленые. И улучшить их стоит тоже 10 с лишним тысяч. Если не ровно 10 тысяч. И плюс какие-то ресурсы. Но с ресурсами у нас, по крайней мере, сейчас беды нет. Если какой-то чувак прямо мне высветился, да? Покажись. А, это Равенна. Все та же Равенна. Но меня Равенна вообще не беспокоит. Меня беспокоит Влад и... та... девчонка, которая внизу ходит, Дейдра. Которая по подземке шарится. 4 энта, 1 рок. Давайте 3 энта купим. Сколько стоит драконов улучшить? А, 10 тысяч нам осталось, да. В принципе, нам больше ни на что ресурсы не нужны, поэтому давайте мы еще вот так вот поделаем. Уже максимум докупим. Тем более, что шахты у нас все есть. У нас поступление всего есть, маломальское. Так. Феечек у нас совсем мало. Все равно мало. Маленькая армия на самом деле. Для данной кампании эта армия так себе. В смысле, не компании, а миссии. Так, пора нам возвращаться наверх. Потому что угроза у нас сейчас будет выступать оттуда. Там, где у нас сейчас Асир бегает. Надо посетить, да. Вот, потому что там портал открытый очередной. Сейчас просто через него кто-нибудь вылезет. Скажет привет. Ну и здесь тоже по-любому где-то есть верфь какая-нибудь. Сейчас сядет и поплывет просто туда. И наш Фейден уже не успеет что-то сделать, да? Мне нужен вход в подземку. Именно там есть гребаные артефакты где-то. Может быть, не только там, конечно. Где-то еще. Я все никак не соберу эти вонючие сундуки. Забыл про них. Это посещалось. Туда-туда. Так, значит, здесь у меня еще до хрена что строить, да? Во, драки. Но купить, как я уже говорил, хрен в стакан. Ну, по крайней мере, это что-то. Обороняться мы, конечно, здесь тупо сидеть не сможем. У нас, конечно, два города, но мы не выкупаем прирост за неделю весь его. Нет, за неделю, наверное, успеваем выкупить два города. Окей. Но все равно, у них-то городов больше, они нас по итогу все равно съедят. То есть, если мы просто засядем в обороне и будем сидеть, тупить, абсолютно ничем хорошим это нам не грозит. Угу. Так, вот теперь у нас остались деньги на докупку. Вот этих вот бездарей. Так, гильдия магов, улучшальня драконов. А, тут мы феечек, да? Так, хорошо, тогда в этом городе мы сейчас докупим еще вот этих ребят. Вот. И у нас на носу уже новая неделя. Вот сейчас без артефактов. Да давай. Без артефактов, без этих вообще в середину острова, в центр туда, к ним ломиться не хочется. Без фениксов, в смысле. Потому что очень велика вероятность, что я там просто напарюсь на этого Николаса и бестолку. Вот хочется просто с первого боя его вынести уже нахрен. И потом просто добивать этих подлых некромантов остальных. Ладно, друзья, давайте на этом серию закончим. Спасибо большое, что смотрели. Если вам серия понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Всего вам самого хорошего и до встречи. Пока.